Красноярске открыли новый сквер. Он находится в микрорайоне Черемушки по улице Шевченко. На этом месте долгое время был пустырь, где периодически возникала свалка. Но в этом году администрация Ленинского района получила губернаторский грант на благоустройство в размере более 3 миллионов рублей. Меньше чем за месяц на заброшенной территории выросли 2 спортивных городка со специальным безопасным покрытием, появились лавочки и песочницы. Также здесь высадили 15 деревьев и 60 кустарников. Все работы согласовывались с жителями, и они же контролировали их. В следующем году, отмечают в районной администрации, озеленение продолжится. Сквер открыли веселым праздником. Дети с окрестных домов сразу же опробовали новенькие горки, турники и стенки для скалолазания. Он очень удачном месте, потому что здесь у нас в основном проживают молодые семьи, которые имеют много детей, и поэтому и одинокие ветераны, которым можно действительно посидеть и свободное время развлечься. И поэтому, конечно, большое спасибо администрации Ленинского района, которые заботятся о наших ветеранах и жителях микрорайона. Стало доброй традицией в Ленинском районе выигрывать гранты губернатора. В 2014 году по гранту губернатора мы построили сквер Сибирский, переулок Лючунский. В прошлом году, в 2015 году, сквер Теремок на улице Шевченко, 88. Тут появился этот сквер, появилась эта детская площадка, спортивная площадка. Обустроили дорожки, пандусы. Это должно стать, я думаю, я уверен, будет любимым местом отдыха.